Всем доброго вечера, ребят, с вами Кошак. Сейчас я открою все награды за ультраконтейнеры, которые мне дадут за день рождения танка. Я наконец-то выполнил, и мне сейчас дадут 130 танкоинов за все выполненные задания. Так, забираю. У меня на счету уже 300 танкоинов. Так, забираю еще. Так, награду. Отлично, все. Все награды собраны, короче. Все награды я выполнил абсолютно. И даже знак, который тоже. Так, окей. Давайте откроем первый контейнер. Простой. Даже не знаю, ребят, что мне выпадет из ультраконтейнеров, да? На устройство я уже, в принципе, рассчитываю. Но кто знает, может что-нибудь крупное выпадет. Не знаю даже. Попробую. Блин, опять начинается вот эта вот фигня с контейнеров, да, или чего это. Я ж не собирался покупать контейнер. Зачем переводите меня? Так. Так, крашка Digital. Понятно, такое себе. Так, краска ржавчина. Опять краски медленные, да? Ну, зачем мне краски? Краска Япония, да? Давайте теперь мне все краски понадавайте. Конечно. Это ж так круто. Пакет 25 тысяч кристаллов. Окей, хорошо. 100 повышенного урона. Так, дальше, похоже, припасы. Будет нарко, похоже, только. Так. Анимированная краска, да? Холодный покров. Окей, хорошо. Краска холодный покров. Анимированная, кстати. Десантник. Окей, хорошо. Десантник. У меня немножко голос, ребят, горло немножко хрипло, поэтому не удивляйтесь, что у меня такой голос, в принципе. Так, набор 100 мин. Так, осталось еще 2 набор 100 ускорений. Набор 100 ремкомплект. И последний остался. Набор 100 мин. Окей, хорошо. Никаких реально хороших наград мне не дали. Ну да ладно, в принципе. Давайте посмотрим краску, которую мне дали, да, в принципе. Посмотрим, что за краска. Так, краски. Заходим. Ага, вот. Где это было? Холодный покров. Вот оно, кстати. Итого получается, ребята, у меня 4 анимированные краски, капец. Что ж, спасибо за просмотр. Обязательно ставь лайк. И всем пока. С вами был Кошак. С вами был Кошак, ребята. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. И уведомления на колокольчик. Просто нажмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления первыми о моих... Чтобы вам приходили уведомления самыми первыми о моих видео с открытиями ультраконтейнеров. В принципе, вот такой получился видос. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Что ж, всем пока. И даже запись не хочет теперь закрываться.